Зачем вы натянули здесь колючую проволоку, а? Для чего у вас такие милые шутки? Вас, богатеев, это так развлекает? Проволока против несчастных, которые могут поранить себе руки. Нет, что вы, я просто слежу здесь за хозяйством. А сегодня у нас маленький пикник, вот и все. Вы не хозяин? Не обязательно сообщать им. Кому? Охране клуба. Вы не из охраны? Нет, нет. Он пошел куда-то сюда, я видел! Нет, нет, нет. Пожалуйста. Я не из охраны. Вот в эту сторону он пошел. Больше некуда. Кто здесь живет? Врач. Пластическая хирургия. А, да. Пластические операции приносят столько денег. Полагаю, я занимался не тем делом. А существуют курсы пластической хирургии? Я потерял работу. Нет у меня и хорошей профессии, но я вполне образован, к несчастью. Может быть, образование не важно. Во всяком случае, я не кредитоспособен. Я даже не помогаю своей дочке. О, Боже, ты ранена. Неужели это я? Я ранил тебя. Деточка, неужели это я? Нет, нет. Она не ранена. Это ваша кровь. Правда моя? Можно я пойду с вами? Нет! Они ничего не сделают, пока я с вами. Пожалуйста, не трогайте их. Вы что считаете, я собираюсь навредить вашей семье? У меня тоже есть семья. Вы мне не верите? Мы верим. Я иду домой повидать свою семью. У моей девочки день рождения. Мы сегодня отпразднуем его как следует. Потом она уйдет погулять, а моя жена возьмет меня за руку. А после она уложит ребенка. И мы с ней тоже ляжем спать, и все станет, как было прежде.